Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. ГИБДД растолковала, на каких основаниях не имеющие ОСАГО водители могут быть привлечены к более серьезной ответственности – аресту до 15 суток. Речь идет о случаях, когда нарушителю выдано предписание застраховать автомобиль, но он этого не сделал и попался еще раз. В соответствии с законом о полиции и положении о Государственной инспекции безопасности дорожного движения, сотрудники ГИБДД вправе требовать от граждан прекращения противоправных действий. Относится это и к обязательному автострахованию. Соответственно, не оформил автогражданку, будешь сидеть за невыполнение законного требования полицейского. Трасса 101. Странная все-таки история с наказанием российских водителей за превышение средней скорости. 7 лет назад появилась новость о том, что уполномоченные органы начали выносить соответствующие штрафы. А теперь издание «Коммерсант» известило, что за это больше не наказывают. А где официальная позиция властей по поводу законности или незаконности такого взыскания? Все 7 лет юристы уверяли, что понятие «превышение средней скорости» в КОАПе не существует. И поэтому штрафы нелегитимны. А, ясно, если бы власти это признали, деньги пришлось бы возвращать. В Казани создали автомобиль, как пафосно заявляется, первый в мире, который самостоятельно принимает экзамен по вождению. Машина оборудована камерами, сенсорами, радарами и спутниковым передатчиком. Управляет всем этим искусственный интеллект. Авто распознает разметку, сигналы светофора и другие элементы дорожной инфраструктуры. Правда, в ходе экзамена инспектор в автомобиле все же присутствовать будет. Так, на всякий случай. Трасса 101. Почти треть проданных в этом году в нашей стране новых легковушек имеют белый цвет, информирует издание «За рулем». И это не удивляет. Белый, как известно, является базовым цветом. Все остальные идут за доплату. А сэкономить-то хочется в условиях стремительного подорожания авто. Второй по популярности цвет – серый, третий – черный. В первой пятерке также оказались синий и серебристый цвета. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.